Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я буду готовить салат очень вкусный, очень нежный и очень сытный. Нам для этого понадобятся свежие огурцы. 4 небольших огурца почистила и нарезала такой вот небольшой соломкой. Понадобится вот такая вот емкость. Сделала из 2 яиц. Я, кстати, покажу, как я делаю вот такие вот 2 тоненьких блинчика. Взяла 2 яйца, добавила 2 столовые ложки молока, чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли и выпекала на сковороде с подсолнечным маслом. Конечно, масло нужно добавлять немного. Нам понадобится пассированный лук и морковь. Я жарила на небольшом, на совсем небольшом количестве подсолнечного масла 3 морковки и 2 луковицы. Получилась вот такая вот очень вкусная вещь. Нам понадобится чернослив, буквально 3-4 штучки, отварная грудка. Я грудку отваривала в течение 20 минут. Обязательно нам понадобится вкусненький майонез. У меня вот такой вот майонез. В принципе, я его всегда покупаю. И понадобятся грецкие орехи, немного обжаренные и перемолотые. Ну, в принципе, и все. Сейчас начнем собирать наш салат. Сначала я выкладываю огурцы. Вот таким вот слоем небольшим. На слой огурцов я немного добавлю майонеза. Огурцы солить не буду, потому что они могут выделить лишний сок. Следующее, что мы будем делать, будем нарезать нашу грудку мелкими кубиками. Итак, я нашу грудку нарезала мелкими кубиками. Я ее солить не буду, потому что я ее варила в подсоленной воде. И точно так же беру майонез и делаю сеточку из майонеза. На нашу грудку мы будем укладывать пассированные овощи. И добавляем немного майонеза. Для яичных блинов я смешала 2 яйца, добавила чуть-чуть молока, чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. Это все делается очень просто. Вот один блинчик. Сейчас будет готов второй блинчик. Сейчас я буду нарезать соломкой наш омлет. Беру 2 блина. Разрезаю и начинаю резать соломкой. И нашу соломку из омлета буду укладывать на салат. Следующее я буду небольшими кусочками нарезать чернослив и укладывать тоже на наш салат. Важно, чтобы чернослив был сладкий. У меня очень сладкий чернослив. Он дает такой очень интересный, неповторимый вкус нашему салату. Распределяем чернослив равномерно. Чернослива много добавлять не нужно. Мы все прекрасно знаем, да, какой у него эффект может быть для нашего организма. И еще я вам забыла сказать, что нам понадобится твердый сыр. Я взяла 200 грамм твердого сыра и буду натирать его на крупной терке. Тертый сыр насыпаем сверху. Сеточку из майонеза небольшую, тоненькую. И засыпаю наш салат грецкими поджаренными орехами. Ну вот и все, мои дорогие зрители. Наш салат под названием «Нежность» готов. Он очень вкусный и очень сытный. Кому понравилось, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи!